мы своими глазами что видим, в то мы и верим, нахуй. Нет, на самом деле говорят, что Россия, говорят, они берут один за одним городом. Это на самом деле так оно и есть. Да, конечно, нахуй. Оно и видно, что, блядь, пизды мы тут отхватываем и съебываемся сейчас. Да, реально отступаете, что ли? Отступаем, мы сегодня ушли, первая группа, завтра остатки съебываются. Но мы сегодня должны были доехать, мы сегодня заблудились вообще везде. Мы даже не знаем сейчас, куда ехать, мы заблудились. Ну, мне сегодня два звонка было по поводу того, что отступление идет, по поводу снайперов отступление и по поводу вот наших, где Денис находится сейчас. Поехали сюда, поехали, ну кто на градах ездит? Знаешь, что такое, что за машина град? Да, Катюша поехала. Вот, 4 штуки. КамАЗы, 2 штуки. БТР, начальник артиллерии. 4 САУшки, одна сдохла, ее сейчас сожгут. Я на Имаре и БТР химиков. Все, и разведка 3 БМП. Больше никто сюда не поехал. Остальные все завтра оттуда выезжают. Потому что сегодня или завтра там наступление будет. Либо послезавтра. Они эту деревню бросят и съебываются нахуй. Бля, вообще вот то, что в России говорят, это вообще... Все, пиздобольство. Потому что тебе зачем говорить правду, если ты сейчас будешь это переживать, ты можешь много кипиша на это поднять. Зачем тебе нет, это говорить? Нет, ну это понятно. Я понимаю то, что они в чате говорят. Они в чате говорят... А ты знаешь, что у нас бабы вообще в чате говорят? Сейчас. Ебанутые, блядь, на всю голову. Я говорю, сразу понятно, кто по любви, а кто как, блядь. Одна говорит, так и есть моего Райан, сколько я получу? Вторая говорит... Ага, а если, говорит, моего убьют, блядь, я сколько получу? Третья такая, а почему все моются, а мой не моется? Ты ебанутая? Ты дура или как?